Сегодня все об утюге. Смотрите контрольную закупку и не дайте себя обмануть. В Греции недавно произошла трагедия. От удара током при глажении белья погибло 3 человека. После этого случая греческие власти объявили розыск 300 покупателей, которые также приобрели эти опасные утюги. Вот поэтому так важно контролировать качество данной продукции. Что ж, начнем проверку. Для начала отборочный тур. Специально для программы была произведена контрольная закупка утюгов с антипригарным покрытием мощностью до 2000 Вт в ценовой категории от 1055 до 1750 рублей 6 торговых марок. Bosch, Vitec, DeLonghi, Moulinex, Philips, Tefal. Члены жюри в отборочном туре – обычные покупатели. Они могут проголосовать только за один образец. Все торговые марки засекречены. Все 6 конкурсантов становятся полуфиналистами и на равных условиях отправляются в профессиональную экспертную лабораторию, где продолжат борьбу за первое место контрольной закупки. Внимание! Программа «Контрольная закупка» не сотрудничает с рекламодателями товаров народного потребления. Производится только при финансовой поддержке Первого канала и исключительно в интересах телезрителей. Первые лабораторные испытания завершены, и я передаю слово экспертам. Полуфинал. Производитель обязан указывать, сколько электроэнергии потребляет утюг во время работы. Поэтому в первую очередь мы определили, соответствуют ли фактические значения этого показателя указанным. Кроме того, мы оценили герметичность резервуара для воды в представленных образцах. В ходе первых испытаний было установлено, что образец под номером 5 потребляет больше энергии, чем заявлено производителем. А в утюгах под номерами 1 и 4 в горизонтальном положении через отверстие в подошве вытекает вода. Таким образом, финал программы проходят образцы под номерами 2, 3 и 6. Конкурсную гонку за право стать победителем контрольной закупки продолжат 3 претендента. Это утюги с антипригарным покрытием торговых марок Vitec, DeLonghi, Tefal, лидер отборочного тура. Чтобы выбрать победителя программы, мы определили, насколько равномерно распределяется температура по подошвам утюгов во время работы, а также измерили расход пара у конкурсанта. Чем больше значение этого показателя, тем лучше утюг разглаживает складки на одежде. Подошвы утюгов под номерами 3 и 6 нагреваются неравномерно. При этом следует отметить, что наилучшие результаты в этом испытании показал участник под номером 2. Этот же конкурсант имеет наибольшую интенсивность парения. Таким образом, победителем программы становится участник под номером 2. Лидер отборочного тура утюг с антипригарным покрытием торговой марки Tefal из конкурса выбывает. Победителем программы «Контрольная закупка» становится утюг торговой марки Vitec. Мы не делаем рекламу. Мы делаем контрольную закупку.